перевел и озвучил Джамаль. А вы смотрите Scrapple TV. Это некросексуал. Я здесь. Некросексуал? Некросексуал. Да ну. Это мое... мое сценическое имя. Но ты любишь смерть. Я люблю смерть. Ты только что закончил потрошить лица целому залу кричащих маньяков. Как ты, черт возьми, себя чувствуешь? Потрясающе. Это именно то, чем я занимаюсь. Наша вечеринка — это шоу. Расскажи мне, как ты стал тем самым демоном, называемым Аббатом? В один из прекрасных дней я встал напротив зеркала и побелил свое лицо. Потому что поначалу не ощущал своего сценического персонажа, но внутри я чувствовал его и пытался найти. Поэтому я взял черного грима на пальце, на оба пальца, и сделал что-то типа этого. Джин Симмонс. Когда я посмотрел на себя в зеркало, имя как-то само появилось. Аббат. Некоторые люди считают, что я полон дерьма. Но так оно и есть. Мне 43 через несколько месяцев. Знаешь, я старше сейчас, чем Элвис, когда тот умер. Пару дней назад моя маме исполнилось 70. Когда в один из дней ты посмотришь на себя в зеркало и скажешь: «Вау, я старый», ты нахуй подохнешь. Рак. Застрелят на сцене. Всегда двигайся вперед. Это единственный способ жить. Ты можешь напугать сам себя. Страх — это ключ. Будь собой, не бойся быть собой. Главное, не делай того, что делаю я. Ты знаешь, для меня это реабилитационный тур. Европейский реабилитационный тур. Никакого алкоголя, ну разве что чутка пивка перед тем, как выйти на сцену. А потом пару косячков, и сразу в кроватку. Как будто бы слушаешь запись. Это было очередное грим-приключение прямиком из ада. В нашем некросексуальном кругу вместе с Аббатом и Мэттом Пайком. Только рок-н-ролл, и только его мы любим. Увидимся в аду!